Все места, которые посещает Судзума из последнего фильма Синкая, связаны с реальными трагедиями. История Судзумы начинается в регионе Тохоку, в котором 11 марта 2011 года произошло землетрясение магнитудой 9 баллов. Это сильнейшее землетрясение в известной истории Японии, седьмое по силе за всю историю наблюдений. В этом землетрясении героиня теряет мать и дом. Первая остановка в ее дальнейшем путешествии становится префектура Эхиме, где в 2018 году, возможно, из-за изменений климата, произошли сильные ливни, вызвавшие оползни. В результате пострадали и были полностью заброшены несколько деревень. А из Эхиме она путешествует в Кобе, где в 1995 году произошло землетрясение под названием Хансин-Авадзе. Это событие, также известное как Великое землетрясение Хансин, унесло больше 6000 жизней. В конце концов, героиня попадает в Токио, где связь с другим сейсмическим событием очевидна. Около 100 лет назад, в 1923 году, там произошло великое землетрясение Канта, в результате которого погибло более 140 тысяч человек.